целом на... Все, видео снимаю. Все, будешь, все, что выше сказано, будет, будет использовано против нас. На электричестве сейчас едем? Нет. На этом самом. А, подождите, а тут знак только направо. Направо? Ну, это очевидно. Значит, все налево. Поедем сейчас туда же к ним и где-нибудь найдем еще. Можно было бы, конечно, до реки, но до реки тоже далековато, скажи. До реки, да, далековато. Не будем. Честно. Сейчас мы дождемся, пока те товарищи с той стороны все слева повернем налево, уедут, да? И повернем налево, да. А что нам остается делать? Нам же надо налево. Это мы в спорте сейчас, да? Да. Ну давай сейчас. Я вам скажу, что хочу сказать по новое, что... Шумоизоляция хорошая. Я вам не скажу. Да. Вот что я вам скажу. Лучше я промолчу. Шумоизоляция во. Изоляция великолепная, но все остальное, конечно... Да, его немножко раскачивает. Это большой корабль. Ускоряется он... Я так понимаю, что именно помогает. Поэтому конечно, властники рейндж-роверов, особенно спортов, это самые большие любители тюнинга. Потому что все, что сделано с салоном, тут не требуется доделки. А вот чтобы автомобиль также впечатлял, как он сделан снаружи, чтобы он еще ехал, нужно заезжать на тюнинговую мастерскую. Я уверен в этом. Надо делать настройки двигателя, надо ставить еще одну турбину, наверное. Здесь битурбовый мотор? Да. Да? Такой же, который, на котором мы ездили в Марокко? Да. Ой, замечательный двигатель. Но почему-то он не разгоняет этот автомобиль так, как хотелось бы. О, мы уже приехали. Не, проедем дальше. Прямо? Динамики, да. А, хорошо. Еще пару моментов хочу подчеркнуть. Машина очень сильно... Мы ее все время пытаемся опустить, она все равно поднимается в стандартное положение, если ты разгоняешься больше, наверное, километров 30. Чувствуешь себя вообще, конечно, на грузовике. Впечатление такое, что все, кто ниже ватерлинии, это вообще не участники дорожного движения, поэтому можно смело переехать любого. Вот на Ланосе, например, вот он несчастный человек по сравнению с тем, кто едет за рулем этого автомобиля. В прямом и в переносном смысле. Но хотелось бы, конечно, чтобы автомобиль, чтобы у него пропали куда-нибудь вот эти вот раскачивания, перевалкость и впечатление, что ты на автобусе. Аминь. А так все хорошо. Тюнинговые компании — это лучший друг Range Rover Sport. Правильно? Все. Увидимся.